Здорово, ну чё? Так, у нас здесь 2300, не хватает. Опять ни на что. Так, попробуем. Один работает, другой стоит. Совсем мы от рук отбились. Так, у нас есть, в принципе, десяточка. Единственное, что я могу предложить, это попробовать разведать сектор еще. Например, здесь. 3 часа. Ну ладно. К утру типа будет готово. А, ты смотри, так тут награда даже бывает такая. Вот это интереснее уже. А чё у меня там? Влияние добейся. Ну, не знаю, как влиянием добиваться. Хороший вопрос. Как оно тут вообще идет? Еще вопрос лучший, да? По 200. Резво. Планета какому? Получу. Было бы неплохо узнать примерно. Может даже хватит на еще один лоу-грейд планеты. Сразу эту будем лоу-грейдить. Без всякого бре. Ты чё? Ох, че. Немножко ошибся. Господи, какая жесть. Вы что, серьезно, что ли? Вайб здесь был. Надо посмотреть, когда вайб следующий. Что, может, смысла играть нету. Ладно, это я потом уже покопаюсь. Расскажу то, что смог узнать хотя бы. Я сомневаюсь, что я смог 20 тысяч даже заработать. Более-менее корабли проугрейдить. Это вряд ли будет возможно на данный момент времени. Мило. Так, ты у нас разгрузился, да? Странно, что даже этот нам дается. Кристаллы. Богатая реально планета. Пока на данный момент, возможно. Вот 8000 я потяну или нет? Вот в чем вопрос. Ладно, я еще смогу перед сном зайти. Может, нашкрябаю на лоу-грейд.
Сейчас все серьезно. Кредитов хорошо будут хранить. Дорода, конечно, с гулькин перец. Ну ладно, хоть что-то. Отрабатывается походу, пока его ФК. Конечно, что ли, идет? Обалденный рейтинг. Ладно, я промолчу. Без бутылки точно не разберешься. Да я что-то сомневаюсь, что из бутылки мне это помогло бы. Дойти так порубаться довольно-таки тоже неплохо. Не скажу, что мне прям так нравится. Тема целу. Ну так вот. Так делают, чтобы этих грузов больше у него нормальных не было. Что вот эти вот грузы, которые я сейчас вижу, но это, мягко говоря, шлак. Что мне вообще ничего не сделаешь. Потом будет давать, я не смогу зарабатывать по-другому. Игра, ой, как у меня пойдет в корзину. Точнее, в папочку специальную. Хотя там за бои ПВПшные по 30 тысяч дают. Так что, может быть, и есть тоже какой-то плюс. Пока надеюсь на одно, это то, что просто... Это мне так показывается, а у него по-другому.
по видео посмотрю специально. Очень что интересно. Не, ну хотя пишет 1 тонна. Он не трогает. Это тоже такой вариант. Заняло по времени 13 минут, да? Тянуть запчастями. Здесь еще надо. Модуль тоже. Как бы ни к селу, ни к городу. Щиты. Да нет. Так, а потом куда? Ну, наверное, сюда. Так, там сумма закончена.
проходку сделаем, да и все. Дальше здесь-то встанем, пусть они изучаются. Маленькие артефактики. Ну, может быть, что-то и получится. Два раза штампанемся. Как думаешь? Должно хватить всего. Я специально подождал немного, как ты видишь. Идем. Алло. Это правда говно. Эти все перерабатываем, должно хватить 8000, чтобы на лагрейд поставить. Так, кстати, а как у него транспортник прокачан, интересно взглянуть. Ну так же как у меня. Так, сфера вот этого мне не нужна тоже. Хотя, может, сфера пригодилась бы, но эта сфера у меня прокачивается.
Простая музыка. Так, рабочий выпускает 22 числа вообще новую игрушку. Довольно-таки позднее время. Спать, блин, пора. А я, блин, здесь в игры играю. Тетрайдер, сфера. Ну вот сферу прокачаем. Тетрайдер, ладно, фиг с ним. Я уже запутался. Вот им 1200-1500 будет, как раз восьмерик-то мы наберем на ориентировку. Считал как раз все тютелька в тютельку, так сказать. Да, у меня еще время в запасе, минуты 3 останется, 4. Два Тетрайдера, не знаю, вот. Конечно, Тетрайдеры эти
Ни к селу, ни к городу. Плохо, неплохо. Про вайп-информацию я не нашел, вероятно, вайбу 22 февраля, или он раз в год здесь. Так, где-то через часик зайду, проучу этот артефакт, посмотрю, что с планеткой здесь будет. Это очень интересный нюансик. Здесь все будет хорошо. Знаете, летают мои добытчики. Ладно, народ, на этом я закончу. Всем удачи, всем пока.